В красноярских школах будут готовить очень много математиков и инженеров. Начался отбор в специализированные классы. В этом году их количество вырастет в 1,5 раза. Поступить в 28 новых спецклассов смогут 700 учеников. Многие школьники выбрали для изучения химию и биологию, но самые популярные направления – инженерное и физико-математическое. Часть уроков проведут университетские преподаватели в своих аудиториях и лабораториях. Уже заключены соглашения с СФУ и КГПУ, а также новым опорным университетом. Под руководством наставников ученики смогут разрабатывать собственные проекты. Это робот-художник, который использует векторные изображения. Он не умеет только круги и дуги рисовать. Все остальное сможет. Вот этот робот, он его пересобрать в другой механизм. Он сможет сделать разметку, например, в парке или на дороге, например. Попасть в спецклассы могут школьники, закончившие 7 и 9 классы. Полный список учебных заведений вы сейчас видите на своих экранах. Заниматься отбором будут специальные комиссии на основе оценок по выбранным предметам. Среди всех претендентов они составят рейтинг. Кроме того, учеников попросят предоставить грамоты и сертификаты. Полный список испытаний каждая школа устанавливает на свое усмотрение. Также комиссия может устанавливать в конкретной школе еще дополнительные испытания. Это творческие конкурсы, либо это будет контрольная работа, либо тестовая работа.